Ганюша, не пить, Нина, будем наливать уже. Ты молодая. Дом молодой еще не ухаживаешь, молодой. Давайте. Столько они той канапой не поели. Света, пробуй твою канапу, эти смачивали. Пробовала. Ой, 7, 0. 6, 0. Викси, дай еще попробовать. 717. Витя сказал, не хочет. Нет, Витя такой не хочет. Я делала. Я так рада, что делать, что я еще не вызываю. Ну, туалете. Вода. Это девушка вторая твоя? Танцует, дети. Она тут еще новая. Это Ульяна. Ну, мужик, у нас так было. Ульяна по этому пансионату ходит. Я же покажу фотографии. Данила, не вешайся. Надо будет этот самозавтра с ней, саму, ну, вот за эти Ульяны. Потому что она вообще была там не особо хорошая. Ты говоришь, что у меня вот она? Что она не рассчитала? Что она не рассчитала? Что за все месяцы первого? Вкусненько. Может, тебе такой салатик? Нет? Не кушаешь такого сладкого? Где твоя уличка? Где? Галя, что-то такая, как вот, ну, да, было лет 20 назад такая и осталась. Ну, бачу, ну, у меня 20 назад такая была. А я бачу. А я. А Леоненька, что же у нас, да? Ой, жалко, дядька хороший. Людей плачев нет. 31-го же. Все хорошие люди. Я хлеба щипала. Иди к обратно. Ну, сестра. Тямнила. А у меня ведь он так быстро перегорел, что я не хочу больше и куплять. Я купила. Это у нас, ну, вот, ну, два чайника купили, так и стоят. Такие у вас немерены. Конечно, поставь похрёвся, как моему поставил на газ. Загорел чайник. Чайник горит, и кухня горит, все. Дымом пахнет, думаю, откуда запах? А, там котельный где-нибудь запах идет. Купила со свистком, думаю, ну, будет свистеть, будет слышать, что-то кипит. Сразу загорел свисток. Он свистит до такой степени, что выплевывая свисток, и чайник все равно сгорел. Нет, я каждые полчаса помешиваю кашу. Миша наделала себе бы что? Что? Вот это, ну, человек, человек свисток. Человек свисток. Парень, что мне не треба, я уже телевизор не хочу. Он, опять будем. Он сарам ищет. Здесь не пухар. Он ищет сцену, здесь сцену ищет. Он ищет сцену, сейчас станет. Палик спой. Ёбань, нашел. Цветок упадет. Поставь туды. Я деду хочу включить вот. А я думаю, что она кричит, Валик не уключается. Я, да, точно. Валик не уключается. У нас там штеки, но... Все ясно. Там штеки, ты штеки. Вот все. Вот поэтому она тебе... Я ж не чай. Валик, мой знать хобанку. Я ж не чай. Все вы тут знаете. Ну, захотел выпить, надо на теле включить. Боже, не лез туда. Девочки, давайте. Люба, почитай. Он не будет тебя снимать, он будет только хобан. Студенточка моя, красавица. Спортсменка. Красивая Любка такая. Тетя Галя и дядя Валик. Очень важно в жизни иметь опору и надежное плечо. Я думаю, тетя Галя, вы его нашли. Нашла. Очень приятно, когда дома ждет вкусный обед и любящая жена. Дядя Валик обрел такое счастье. Хочется пожелать, чтобы вы дальше дополняли и уважали друг друга. Счастья вам, взаимопонимания и всего самого доброго. Долгих лет вместе. Да, очень плохо. Очень настоящий поэт. Я сама прочитала, совсем по-другому звучит. Да. А то бэк или бэк.
Ты знаешь, на Марванду у каждого свой почерк. Давайте за это и у каждой буквы. Вот. Она очень просто хорошо. Вот от души говорит. Молодец, она от души написала. Любка, да, ваше пожелание. Я на ней шури шукал, что-то нашел. Слова хорошие. Я что-то нашел. Еще прошел, по этой улице прошел. Чуть меня нашел, как и Шопен, не нашел меня. Шопен, а Шопен жив? А я спрашиваю, а то Шопен, так это вы меня спрашиваете, живые, а лишь он уже, боже мой. Кали. Варик Манич. Варик, тебе можно говорить, что хочешь. Кали. Похоронили. Шопен у меня. Кали. Это ж музыкант какой такой. Какой в прошлом году? Да? Я его была очень горелку хотел, чтобы купить. Мне это обманули. Ну, это Шеварницкая, это Шопена, ну. Я думала, настоящий, думаю, да, не я не умер, страшно. И не дала долечки, не дала долечки, не дала, не дала. Ой, возьму я свою долю, свою долю, свою долю. Ой, возьму я свою долю. Не хлопцы, не хлопцы, не хлопцы. Не хлопцы, не хлопцы. Ромину Уильямсу, допустим, достаточно задать совершенно другой вопрос. Пасаву не маю, пасаву не маю, пасаву не маю, не даю. На праве первого. Ну, на праве, что ты правильно начинала. Да. О, сейчас балаган это наш. Не хлопцы, не хлопцы. И кто же в этом виноват, конечно? Капитан, ой, туман в глазах, кружится голова. Едва стою я на ногах, но я ведь не пьяна. Спешиться шло ж много лет, как морем я плыла. Если бы моя мама вышла вот до того, дожила, 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 я не знаю, что бы это было, но настолько это шок, у нее самый любимый мальчик в жизни, Валик. Если бы она увидела, она умирала, если бы она увидела, как ну, жить. Выздоровела бы сразу. Да, и она бы никогда бы не помогла, честно. Она живет с нами, рядышком. У нас альбом, Ваня Полядия, мама, здравствуй. Никогда бы. Она вообще представить не могла, что так будет хорошо. Да, да. Кобыльки останутся. Да. Ну, надо их самонуть. Ну, а ты тоже есть? Не, что худые он хотел. Я бы чай выпил, и все мои еда. А мне все смажу. И мне. И говорю, я-то я все, все. Ущила сразу. А нам добра. Так это ж вкусно. Мне надо все попробовать. Это не буду, это не буду. Да, да. Мы приехали в Валик. Я могу сейчас говорить, пейте уже Валик. И вот расстраивается. Его нема. Надо глядеть ее. Так нехай бы Валик нам в Минск приехал бы. Мне приехали в Минск, рядом были хавры. А может, на Хлорадзе? Там рядом. Мы там так и состояли, когда Чочек поверил. Ну мы работаем день и ночь. Заколебал это, ну вот работа у нас. Как раз этот день я не работаю. Не, мы с Чочек это сдавали, мы там стояли два часа. Ну так и заехали бы. Вот телефоном взяли. Так телефон есть, так не позвонили же. Позвонил бы, сказал. Я бы постеснялись тоже. Вот, ой, ну прямо стесняться. Ну прямо. И Слава приезжает. Кровать у нас есть, приезжают. У ванны есть. Большая, с ну, сладком лезете. О, коридоры! Света. У коридорах постелимся. Не Света, надо нам все спать. Света. Руслана нету сейчас. Знаешь что? Слава. И правый первый раз идет. А в обед. Я не знаю,
зачем-то вишня, а зачем-то кота. Под окном высоким, под окном широким, вишня белоснежная цветет. А под этой вишней, мимо этой хаты, парень бравый всякий раз идет. Ой, парни, парни, мой вам совет, не верите розу, 17 лет, розы краще. Нужна роза, я! 25-го в Гену родила. Чуть-чуть не хватило. Не хватило. Чуть-чуть, да, 19 не хватило. Девочки, а мне чуть больше 20 было. Это так страшно, мне кажется, вот детей рожать, а? Страшно. Раз, откуда ты взялся ребенок? Ой, ужас. Откуда он взялся? С головой, с мозгами совсем, а? И потом растет. Ребятки пели уже сегодня, не? А? Ребяткам пели, ветки пели. Я тоже пели два куплета, одни пели. Я знаю, что вы начинаете. А нет, Гарька, я же не могу начинать с моего голоса. Да, подарили, хочу и петь. У нас же брат. Стился, наверное, милый мой идет. На нем защитная гимнастерка, она с ума меня сведет. На нем защитная гимнастерка, она с ума меня сведет. На нем погоны золотые. Зачем нарушил мой покой? Зачем, зачем на белом свете есть безопасность?
зачем, зачем мне повстречала его на жизни на пути? Фотоаппарат ему. Там по широкому лаю, парень за шиной гулял. Они гуляли, гуляли, и девчонка пришла. Дай же мне правую ручку, правду скажу тебе я. Держать долго нельзя. Начинайся другую. Чем? Да, вообще ты мой. А то должно быть помирать. Тебе надо сразу заснул, помер. Кто помер? Ну нахуй, я хотя буду пить. Ой, хорошо я. Ну так говорят, что долго не...